Окей, контактный выход на базу Б. Рез. Проблема у Ника, Манту. Контактная перестрелка с фармганом и реализация МП-9. Вот так подзаработал только что. Все, еще не удается пройти эти фармганы. Вот и Ника дает даблкил. Хамбос замечает из-за смока выползающего Несса. Забрали поджимающего, это было супер важно. А вот и Манта. Как пройти его? Манту продолжает агрессировать. Ну тут все под контролем. Манту первый минус, а вот дальше Истак вместе с Флопским нехороший. Точнее, хороший размен оформили, но дальше Ника. В этом раунде денег на последний не будет. И это будет отличная возможность для OG забрать 12. Но подождите, Альта. Вот так вот. Чётенько. Да, да, да. Все очень круто складывается для OG. Я бы сейчас с удовольствием посмотрел на лицо Александра Петрика, который говорил, что Непы без шансов выиграли мапу. Времени хватает. Вот тут уже нужно было сделать выпад, сделать маневр. Нормально, и так хорошо, и стек не ждал. В меньшинстве, но по-прежнему испытывают... Хомпус! Вот кого мы ждали все это время. Три фрага уже есть, четвертый на выпаде. Вот он, потребовалось классный. Только всего-навсего карту на разыгровку Хампуса, но это было очень и очень уверенно. Нужно было просто попросить. И вот он, Хампус, во всей своей красе. Замечательный квадро. Минусу. 10. Времени толком нет. Нужно оборонять своего тиммейта. Флеймс понимает все в его руках. И на пару с Вальдо. Типы еще развернуться нормально. Вальдо, правда, идет очень осторожно. Находит для себя оптимальный угол. Бьет в первого и второго. Но по итогу оказывается последним выжившим. Работал в двух первых раундах. Да, с тех пор особо мы его не видели. Зато здесь такой лайнап хороший для Реза. Сейчас можно делать красиво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не проверяется позиция Хампуса. Три спины. Первый, второй. Будет ли третий? Там 23% здоровья у Вальдо. Хампус. Да. Соло за пирамидой. Сейчас вышит все же, что был неправ. Раскаивается. Но нормально. Лучше. Герой пистолетного раунда и антифорса. Нексу под флешечку. Ой, не допроверили. Вот чекните вы Нексу, и такой раунд даже спокойно можно выигрывать. Прорывается такая точка, все делается красиво. Но нет, вот у Некса, который возвращается. Вот этого, который стек еще не отправил. Есть позиция хорошая, которая... Не заметили! Через проходиться, его не заметили, стек! Ну, из этого и раунд должен Ну что? Быть. Проверится ли позиция Нексы? Рез. Ну, вот Хампус делает все, что в его... 14 раунд. Забрали шведы, 12 по-прежнему у OG. Отсутствие денег у подопечных Руга. Ну, попробуют, наверное, еще один раунд. Вы лишний раз не открывается. А тут спина еще и Хампусом занимается. Хампус, дефуз бомбы. 2 секунды, видит оппонента. Дым был не идеальный. Чем и это, пользуется... Это... Достаточно подготовлены под раскидочку. В рейв Вальдо есть первый минус. Забрал Фози. Вот это защита! Не проблема для OG, по крайней мере, сейчас. Рез прикрыл тиммейта. Бомбу все же установили NIP. То неплохо. Остается теперь еще пару девайсов выбить. Но на следующем сейве с такими на темпами. На базе Б, я так понимаю, да? Да, так и есть. Манту Б охраняет. И если кто-то и спасет раунд, то это его тиммейты. Например, Флеймс выбил. И это то, что заставит сорваться OG на Б-плент. Плопский выключает Вальдемара. Хитрый план все еще жив. Они не прочекают Фоузи. Это невозможно. Пистолеты, только сейчас появился. Ну, там только парочка по 250-х появилась. И стак уже забирает Флеймс за перекрестный огонь. Гарантируют игроки на пленте. Ну и, собственно, интересненько. Вальдо подгорает. Минус Вальдо. Ника последний. Нико! Хорошие два минуса. Готов забрать и Плопского. Плопский... Нико! Не-не-не-не-не. Это Нико все-таки. Садочку находит минус по резу в коннекторе. А вот это то, что было... Чего ты делаешь? Чего ты делаешь? Он еще и второго забрал! Что это только что было? Так, флешечка в КТ. Плопского должен забирать под стенкой. Вообще без каких-либо проблем. Первый минус есть. 1-1 против Хампуса. Нико! Как же великолепно Ника доигрывает подобные моменты. Два выигранных клатча на базе и... Друзья, это овертаймы. Ника не замечен. Это... Фози, обидный промах. Со второй попытки забирает Ника. Непонятно, зачем открывался датчанин. Но теперь Вальдо вдвоем с тиммейтом на Б, а там король. А это Флеймс! А вы помните его? У него 3 хп осталось, вы его не добили. И вот вам как бы финита. Справляются OG с этой ситуацией. У них был всего лишь один матчпоинт, и им этого было достаточно.